Всем привет! Меня зовут Полина, и сегодня я буду снимать новый влог. Некоторым покажется то, что очень тепло, но на самом деле нет. Есть. У каждого есть свои старые фотки. Не будем. Боже мой. Так, у меня закончились все уроки. Ну хватит, пожалуйста. Пожалуйста, не хватит. Мне закончили все уроки, сейчас я иду. Сейчас я иду в машину, и мы поедем на дачу. Вот. Давай, давай, иди сюда. Мы решили перекусить в Макдональдсе. Итак, мы приехали на дачу, сделал такой дубак, конечно, еще очень холодно. Вот, сейчас я иду прогуливаться. Вот, а потом будем делать дела. Нам надо будет собрать яблоки, собрать батут, потому что уже наступает зима. Вот. Та-да-дам! Мы собрали батут, там еще остался мячик, его надо убрать. Вот, тут у нас теперь высокая трава. Потому что мы ее тут не косили, потому что логично здесь стоял батут. Мне надо вот этот мячик понести его в гараж. Вот. Погода на самом деле намного лучше стала. Ну то есть, может быть, это потому что я. Так, все, мячик я отнесла. Теперь я хочу вам показать, мы собрали яблоки. Целых двух яблонь. Вот эта первая, она была полностью в яблоках. Вот эта вторая, она была, ну, она не была вообще мало яблок. И вон там мама еще что-то делает.
В общем-то все, мы уже все сделали, и можно ехать обратно домой. Мы сегодня тут ночевать не будем, мы решили, но поэтому мы сейчас поедем домой. Так что я пошла собрать вещи. Я уже переоделась в свою куртку, в которой я приехала сюда. И сейчас мы уже будем выезжать. Вот наши яблочки. Получилось целых 3 пакета, и еще вон там ведра стоят. Так, я одна это слышу. Там, по-моему, в лесу какая-то вечеринка. Да, там вон кто-то поет. Итак, ребята, всем еще раз привет. Мы уже приехали домой. Вот, посмотрели уже кино, поужинали, и сейчас я уже пойду спать, время уже почти 12, слава богу, что завтра еще один выходной, и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, потому что я очень стараюсь снимать видео по графику 2 раза в неделю, и я надеюсь, то, что вам это нравится, так что, пожалуйста, ставьте лайки, они мотивируют меня на снятие видео. Ну, а я пошла спать. Всем спокойной ночи и пока.